Власти Каталонии не намерены отменять намеченный на 9 ноября неформальный опрос о независимости. Подготовка к историческому событию продолжается полным ходом. Напомню, решение о проведении неофициального голосования администрация региона приняла после того, как Конституционный суд Испании в конце сентября отложил на неопределенный срок полноценный референдум. Накануне суд запретил и опрос. Это значит, что если руководство Каталонии все-таки проведет голосование, то их можно будет преследовать по всей строгости испанского закона.